Израиль – это маленькая полоска на карте мира. Это страна маленькая по территории, но большая по содержанию. Священная земля далеко. А сегодня, прямо не выходя из школы, мы сможем совершить небольшую заочную экскурсию в эту удивительную страну благодаря ежегодному фестивалю народов мира. Жители Израиля – это приветливые, гостеприимные люди. В этой стране сильны семейные ценности. В израильских семьях на первом месте стоят дети, в которых вкладывают все силы и любовь. Богу служат они, с песнями ходят в шляпах черных своих, и за дня в день молитвы читают, в стену плача каждый день посещают. Чем они заняты, спросите вы, просят прощения за все наши грехи. Давайте радоваться! Аба, 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 А
время.